отбиваться от маньяков-убийц в полотенце не так уж и удобно. Ну-ка, парни, закрыли глаза быстро. Не возражаешь? О, да, прости. Ну все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это? Это что? Кто-то плачет? Нет! Нет, нет, нет! Убирайся! О, Крис! О, Крис, 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 Крис! Какого хрена? Ты же слышал о классных патронах. Серьезно. Ват? Я же его убил. О, боже. О, господи, Мэтт! Мэтт! О, боже мой. Черт. О, черт. Ярис? Что в тебе? Надо раскачаться. Прощайте, 600 баксов. И это была моя любимая кофточка. Ну вот, другое дело. Сейчас бы с хромой ногой ходить, как по дефолтику. Так, ну Джош, это, по идее, первый чел. Будет жесть какая-то. Тут что-то нарисовано на самом деле. Я только не пойму, что. Surface elevation. Типа лифт справа. Но. Да я хз. Сюда вообще можно пойти? ГГ. Мы проиграли. Что тут 46 человек. Всем привет, гайс.
Давно это тотемов я не ходил. Кажется, это плохая идея. Дефолтик. Начинается эпик. 3-2-1, я умер. Машина для учета рабочего времени. Ага. Типа вставляешь карточку, он штампует ее. Жилки трясутся на самом деле. Красиво сделано. Я порву сердце в пятку их возвращу. Тотем лежит, да? О, странно. Очень странно. На самом деле не очень понял, что это. Guys. Она сейчас его увидит, да? Он висит там на крюке.
Ноль эмоций. С каменным еблом сидел, честно. Сейчас что-то будет. 3, 2, 1. Вы уверены, что сейчас что-то будет? Я тоже думаю, что сейчас что-то будет. Не можешь же просто так лифт заработать. Правильно? Тотем смерти красный. Что-то папич всех убивает. Обосрался. Иду подмываться. К элеватору пойдем. На броде. Просто так бы что-то лифт, чтобы заработал. В прошлый раз вот здесь что-то было. А, это счетчик работников этих.
Давай, давай! Нет! Господи, только не сюда! После всего, что вам пришлось пережить, очень-очень хорошо. Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх, унижение, беззащитность, паника. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Псих, чё-то. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет. Если ты не заметил, Джош, никто из нас не смеется. О, ну что вы, что вы, что вы, что вы. К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться. Как забились ваши маленькие сердечки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, вы заценили мой фантазмагорический спектакль. Ну, то есть, все мелочи учтены, все возможности использованы. Это такое наслаждение управлять вами. Куклами с такими предсказуемыми реакциями. И кровища. Кровища, море крови, бутафорские тела. Это все недешево. И никаких дублей. Нет-нет, но каков был эффект? Видели бы вы свои рожи. Уж вы-то все приняли за чистую монету. Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай. Шоу, этого чокнутого недомерка. Бесполезно. У него крыша съехала. Видать, на колеса забил. Ну какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство. Тебе хана. Майк, он болен. Бросьте, вы еще будете меня благодарить, когда станете сенсацией в интернете. Что-что? О, это будет просто мега-хит. Он облетит всю планету. Тут вам и безответная любовь, и кровища. Море кровищи. Да всех жестких дисков Китая не хватит, чтобы пересчитать количество просмотров. Ты что несешь вообще, кретин? Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! А! Ребят, ну вы чего? Вы что тут все, с ума посходили? Заткнись. Зачем ты ее ударил? А? Какого черта было ее бить? А! Ты о чем вообще? Ты ударил Эшли, ты придурок! Я так разозлился. Женщин не бьют. Нельзя и все. Чувак, Крис, брат, ты... Я тебе не брат. Куда мы идем? Куда вы меня тащите? Запрем тебя, братан. Что? Посидишь там до утра, пока не приедет полиция. Мне кажется, да он не живет до утра. Я ничего не сделал. Ты издеваешься, что ли? Откуда их два типа маньяка? Ты убийца гребаный. Майк, поверь мне, я ничего не сделал. Я твою Джессику пальцем не тронул.
Не знаю, тут что такое. Знаешь, лучше заткнись. Крис, старик, ну ты чего? Мы же партнеры. Я не хочу это слышать. Ладно, манди дальше. Манди. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Ты закрой рот! Ты... А! Чувак! А! Ну не моя вина, что вы шуток не понимаете. О, что, больно тебе? Что, слегка, слегка ударился? Ну, прости, прости, прости меня, пожалуйста! Хватит! Ну ты что? Все! Майкл, мне очень жаль. Выразить не могу, как мне жаль, что Джессика пострадала, но я клянусь. Клянусь тебе, я вообще ничего об этом не знаю. Заткни хлебало, Джош! На этот раз ты не отболтаешься! Может, давайте жить дружно? Больно! Думаешь, мы прикалываемся? Все не так. Так. Все должно быть совсем по-другому. Устроили травлю! Слушайте, ну почему вы так со мной поступаете? Видите крюк сверху? Все равно у вас кишка тонка. Вы ни на что не способны, слабаки. Агрессивно. Тебе реально пора заткнуться, чувак. Я даже не понимаю, о чем ты. Потому что мне не о чем сожалеть. Охренеть. Значит, связываете меня, да? Не дергайся. Ага, ладно, ладно, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай. Ну, немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? А, не так сильно! Эй! Не так сильно, а то не подергать. В пластиковых стяжках я свалил. Что? Что за чушь? Что за чушь он теперь мерит? Смотреть против заложников. А раньше такое было? Или нет, мы вернем по крайней вам мере, деньги. Я не слышал. Эй, Майк! Майк, Майк! Майк, Майк, Майк! Майк! Что? Что случилось? С Джесс, Майк? Ты знаешь что? Нет. Нет, я не знаю. У меня есть проблема, Майк. Не помню, как убивал Джесс. Дебил. Ну, то есть, я бы наверняка запомнил, как убивал ее, понимаешь? Она такая сладкая. И, наверное, у нее такая тугая, крепкая попка. Заткни свой поганый рот! Обалдел? Что? Думал, я выстрелю? А, не знаю. Да ладно, Крис, ты же меня знаешь. Да, Крис, ну ты же меня знаешь. А, ясно. В следующий раз ты хоть предупреждай, ладно? Бедолаги. Даже в плохого хорошего полицейского. Побуду с этим психом. Может, закажем пиццу? Майк, ты уверен? Они там, наверное, с ума сходят. Я засыпаю газ уже. Увидимся утром. Джош? Джош! Понравилось вам? Страх? Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет! Их больше нет! Джессика погибла! Что?
Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Что случилось? С Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс. Дебил. О, боже. О, господи, Мэтт! Вообще по логике, если чел был сверху, он не должен был, ну, сейчас упасть сюда ко мне. Хотя все относительно. Так, так, надо идти туда. Рука вылетела.
что еще? Откройте! Откройте! Открывай скорей! Запри дверь, Боже, запри дверь!